Ой, какая красивая собачка идет. Собачка, собачка. Так, это у нас что? Просто рекламный щит. Значит так, сейчас у нас понедельник. Нет, это не тяжелый день. И мы пришли на фруктово-овощной базарчик. В нашем районе проводится каждый понедельник такой базар. Вот, можно посмотреть, какая собачка. Так, тут у нас что? Тут у нас сыр. Тут у нас сыр. Копчености всякие. Офигеть, а что здесь? А, вот, помидоры, капуста, салатики. И тому подобное. Потом. Ух ты, кто это такой? Ясно. Идем дальше. Собачка гуляет. Ну-ка. Какой классный сыр. Какой классный сыр. А вон моцарелка. Еще не свежая, еще не дошедшая, но... Смотри, говорю, вот. Так. Запомнил. Пошел дальше. О, дыньки. $2.50 штучка. Сливки. О, что у нас тут? Так, сейчас будем покупать. Я потом сделаю действительно несколько фотографий, хороших кадров, выберу из этих вот видео нарезок с серфингистами и закажу себе красивую фотографию на стену, большую широкоформатную, потому что вид просто обалденный. Это вот как в закон подлости, когда у тебя в руках фотоаппарат или фотокамера, ждешь момента, а этот момент так и не наступает. Но когда ты оставляешь, к примеру, в гостинице фотокамеру и говоришь, да, в принципе, я сегодня все понаснимал, приплывает вот это вот баргамоть, скажем так, и становится здесь, на расстоянии от тебя, ну, 500 метров. И ты начинаешь жалеть о том, что, блин, фотоаппарата нету, фотокамеры нету, а сотовым телефоном приблизить так близко его просто-напросто невозможно. А бежать туда, чтобы заснять его с расстояния 150 метров, тоже уже как-то неинтересно. Вот и получается, что, елки-палки, быть профессиональным фотохудожником — это тяжелейший труд, блин. Поэтому понятно, почему люди, которые снимают видео для вот этого географического сообщества или фотографии делают животных, вот этих вот птиц и так далее, требуют сумасшедших денег за свои работы. И оно себя оправдывает. Потому что, блин, из меня такой супер фотохудожник никогда в жизни не получится. Надо полностью менять профиль. Но мне вот эти кораблики нравятся. Серфингисты вот эти вот. Парусы. Красиво. Они красивые, яркие. Такое сочетание. Оранжево-желтое на фоне синего моря. Обалдеть просто. А вот эта черная жемчужина. Вот эта вот черная жемчужина сейчас. Она, наверное, все-таки развернулась только сейчас. Вот она развернулась. Он сейчас пойдет, наверное, уже все. Сколько сейчас времени? Сейчас уже начало 5-го. Они на сегодня уже сделали несколько рейсов с туристами. Поплавали, повеселились, аттракционы поустраивали. Сейчас развернется, выйдет туда за пляжную зону и уйдет. Да. Классно.
Сегодня вода еще чище и еще прозрачнее. И с самого утра теплая. До обеда сегодня столько людей было в воде, столько барахталось. Просто жуть как офигеть много, блин. Ну все, черная жемчужина покидает наш порт. Порт приписки. И уходит в дальнее плавание. С новой толпой туристов. А народ, кто в воду, кто из воды, кто просто по берегу моря погулять? Лето, елки-палки, лето. Сейчас на улице плюс 36. Половина пятого вечера. Плюс 36. Это круто. Дома у нас в Германии в такую погоду просто вешаешься. А тут стало жарко, пошел окунулся, все классно. Поплавал, поплавал, надоело, вышел, обсох, повалялся на шезлонге, опять пошел, окунулся. Это супер! Это супер! Класс. Обалденная вот эта вот вещь. Обожаю. Обожаю. А вот это мастер, вот это мастер. Вот это мастер. Класс. Вот как я и говорил, Макси Пицца самая-самая лучшая по всему побережью. Самая офигительная и самая вкусная. Вот это вот. Вот это вот обалденная. Вот, смотрите. Вот, это Макси Пицца. А теперь убирайте детей от экранов телевизоров. Красивые фотографии. Обалдеть. Я предупреждал. Я предупреждал. Класс. И недорого, слушай. Я сегодня немножечко ногами подзагорел. Сейчас начинаю чесаться. Ну, это... Этого стоило ожидать. Это отпуск, это море. Когда дома у нас в парке или на реке где-нибудь отдыхаешь, загораешь, или едешь на велосипеде, загораешь, это один загар. А соленая вода, она тоже дает свой эффект. Ну, ничего, это ерунда. День-два правильным кремом намазаться после загара, чтобы снять воспаление. Например, алоэ вера. И все будет классно. Сейчас вечер. Гуляем по магазинам. Зашли в пиццерию Макси Пицца. Вот, я уже показывал эту Макси Пиццу. Поели пиццу классную. С тунцом, с красным луком, с ветчиной. И недорого, кстати. Большие куски. Хорошие такие треугольники. Ну, 3 рубля стоят каждый. Нормальные, хорошие. Можно так один кусочек съел и достаточно. Сейчас мое семейство гуляет в магазине в тряпочном, погуляют. Может, чего купят, может быть, нет. Пойдем дальше гулять. Пойдем на Фонтанную площадь. Поедим там мороженого. Не забудьте, я вам говорил, мороженое Малага. Самое офигительное. Там кофейный ликер, там есть изюм. А чисто вот случайно я вчера для себя открыл еще мороженое. Мороженое с зеленых яблок и арбузное. То есть один шарик взял зеленых яблок, один шарик взял арбузного. Вот это, вы знаете, классная штука. Действительно, классная штука, мне понравилась. Скажем так, оно составило конкуренцию по вкусовым качествам мороженому Малага. Тут очень много разных вот этих вот стоек, этих магазинчиков с мороженым. И практически у всех у них вот это вот мороженое Малага одинаковое на вкус. Наверное, здесь есть какой-то один поставщик, который заранее готовит все эти таких ванночки с мороженым и потом рассылают по вот этим вот точкам. Ну, а потом у нас будет базар, мы еще сходим на базар, погуляем, посмотрим, что там из одежды может быть.
прикупить так, мало ли, обновку какую-нибудь сделать. И потом купим парочку дынь, может быть, там персики, бананчики, абрикосики. Дыни, кстати, хорошие, очень хорошие. Я вот на базаре буду, я сниму эти дыни, покажу вам, какие дыни и какая там цена. Обалденные машиночки. Такую машиночку можно взять в аренду минимум на полчаса и погонять на ней по городу. На пляжную зону тебя, конечно, на ней не пустят. А по дорогам вот такая машинка очень даже классная штука. А вон у дерева стоит красненький. Вон он там красненький стоит. Классная машиночка. Ёлки-палки. Классная? Вот за этой теткой в зеленой кофточке я наблюдаю уже полчаса. От нечего делать. Сколько она денег выбросила на этот автомат, я без понятия. Но! Она так и не поняла, как нужно выигрывать в этом дебильном автомате. Азарт, азарт и еще раз азарт. Такие люди проигрывают в казино и квартиры, и дома, и все состояния, и закладывают свои семьи. Полчаса подряд она выбрасывает по 2 рубля на каждую игру. С ума сойти, блин. И музыканты тут уличные встречаются, денежку им кидают за исполнение музыки. Вот это одно из самых шумных кафе города Бибионы. Послушайте. Очень шумно, да? Прям спать невозможно. Вот примерно вот так вот шумит весь город. То есть, можно сказать, тишина мертвая. Можно вечером спокойно лечь поспать, и тебя никто не будет беспокоить. Что там?